В Доме молодежи прошел праздничный концерт «Золотой вальс», который был посвящен празднованию Дня пожилого человека. С подробностями Ирина Рабинская. День пожилого человека принято отмечать в первый день второго осеннего месяца, 1 октября. Это торжество имеет международный статус. Кстати, дата выбрана не случайно. Бытует мнение, что старость – это золотое время. Осень, как известно, тоже называют золотой порой. Поэтому и было решено выделить старшему поколению специальный день в самый разгар осеннего сезона. Уважаемые наши ветераны, пенсионеры, дорогое наше старшее поколение! От всей души, от собрания депутатов, от главы Амурского муниципального района поздравляю вас с Международным днем пожилых людей. Это праздник добра, любви и уважения к вам. Хотела сделать, конечно, к этому великому празднику вам подарок. Вы все помните, что при праздновании юбилея нашего района мы анонсировали строительство сквера ветеранов, который сегодня реализуется по задумке собрания депутатов молодежной палаты при поддержке городской администрации и в рамках национального проекта «Комфортная городская среда». Где-то недели через две, я думаю, этот объект будет уже полностью готов, ну, на тот проект, который нам хватило денег. На следующий год будет продолжение его благоустройства. Геннадий Алексеевич Кузьминых будет курировать озеленение этого парка, и мы надеемся, что это будет вашим любимым местом проведения мероприятий, отдыха. Поэтому ваша задача сейчас придумать, как его использовать, чтобы он не пустел. Главной целью этого дня является обратить внимание всех обитателей планеты на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста. Кстати, у праздника даже есть свой логотип. Он представляет собой раскрытую ладонь, символ доброты и помощи. Дорогие друзья, позвольте от имени главы города поблагодарить вас за активность, за участие и в лице председателя Совета ветеранов Амурского района Геннадий Викторович, будьте любезны, мы вас пригласим на сцену вручить приветственный адрес. А всем пожелать счастья, добра, мирного неба. С праздником! Спасибо, Елена Николаевна, за теплые слова. Старшее поколение пришли поздравить молодые и талантливые артисты нашего города, которые выступили замечательными номерами. Хор Совета ветеранов района также выступил в этот праздничный день и своими песнями поздравил друзей, знакомых и просто всех причастных к этому дню. Ирина Арабинская, Данила Шумский, Евгения Кириенко, телеканал Амурск.